Всем привет! Сегодня у нас на ужин будет картошка, запеченная в духовке, и курица, жареная на гриле и на сковородке. Добавим немножко майонеза, это будет у нас как соус. Ну и также нарезка, это огурцы и помидоры. Так что всем приятного аппетита, будем ужинать. Картошка у нас со специями. Кстати, мне там писали по поводу кольца, почему оно у меня на цепочке. На цепочке, потому что оно мне стало мало, а раскатать его уже нельзя. То есть я ходил в ювелирную, сказали, что его может повезти. Поэтому решил так носить. Либо придется переплавлять, но мне так даже удобнее.